Re, viss ēters ir te! Спасибо, Галина. 30 лет исполняется в этом году фестивале музыки и искусства «Билдес». Организаторы подготовили 4 больших концерта, в которых примут участие не только молодые музыканты и ветераны фестиваля, но и специальные гости. У нас еще явилась одна новая традиция, когда музыканты выступают вместе с творческими людьми. Журналистами, актерами, политиками, которые в повседневной жизни не работают в области музыки, но они, может быть, сердце музыканта. В этом году выступают вместе с музыкантами 2 режиссера – Арвидс Бабрис и Егор Слейнга. Первый фестиваль «Билдес» прошел в октябре 1985 года. В помещениях англиканской церкви в то время размещался студенческий клуб Рижского политехнического института. Именно там 12 известных музыкантов – Родриго Фоминс, Гунтерс, Рач, Иман Цванзович и другие – выставили свои художественные работы. И действительно, вначале фестиваль задумывался именно как выставка работ музыкантов. Но уже на следующий год в рамках фестиваля прошло много музыкальных мероприятий. За 30 лет на сцене выступили почти 40 тысяч артистов.